Всем привет, меня зовут Марина, и сегодня я снимаю видео «Самые удобные приложения для школы». И надеюсь, вам это видео будет полезно. И если вам интересно, то оставайтесь со мной. Желаю вам приятного просмотра. Первое приложение, которое я бы вам хотела порекомендовать, называется «Отличник». Оно по русскому языку. Там очень много мини-игр на орфографию и ударение. Следующее приложение называется «Интернет-урок». Приложение с видеоуроками по всем школьным предметам и любым классам. Следующее приложение называется «Пунктуация». В этом приложении вам даются маленькие тексты, где вы должны расставить знаки препинания. Следующее приложение называется «Орфография». Это приложение тех же разработчиков. Там тоже даются небольшие тексты, в которых вы должны вставить пропущенные буквы. Эти тексты разной сложности. Последнее приложение, которое я бы хотела вам порекомендовать, мне кажется, его все знают, но тем не менее. Это рукописный калькулятор, и он точно поможет вам в учебе. Я надеюсь, я вам чем-нибудь помогла. Если это так, то ставим большие пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, и всем пока-пока!